Итак, ребята, привет. Сейчас знаете, куда я иду? Вот прохожу первую машину и дохожу до второй машины. Вот она. Вот что хотел я показать. Снимали видос, какую резину поставить. Так, ну что, смотрите. Короче, поставили. По-моему, 215. Так, нет, 235. Блин, вот тут не вижу, если честно. А, во! Во! Так, 215, 16, 215, 60, радиус 16. Вот такие колеса. Выглядит вот так вот. Ну, что можно сказать? В принципе, из арок они не выходят. Нормально. Вот, кстати, эта резина, мы уложились в бюджет 11 тысяч рублей. А вместе с переоборудованием получилось у нас 12 тысяч рублей. Вот 1000 рублей, чтобы перебортировать. Вот сам владелец, Калек. Слушай, Калек, ну что, вот вообще как резина вся ведет на трассе-то? Обалденно. Я как бы раньше у меня машины не было, я не знаю, как раньше было и как у всех бывает. Обращай внимание, быстро, оп, оп. Для меня нормально. Вот такой вот честный обзор и отзыв об этой резине. Ну что, наверное, мы сейчас рванем по бездорожью, по нашему колхозу. Вокруг колхоза в лес заедем. А? Вот еще один. Здравствуйте. Местный. Тебя снимает скрытая камера, улыбайся. Ну на всех видосах обычно Юрок стукит это. Пульт, блядь. Давай, Юрок. Давай без этих вот этого. Да нет, я для себя просто. Потом меня скинешь. Давай. И Вальку тоже. Ну короче, все. С Новым годом! Все обувь. Давай. Хорошо. Поехали по бездорожью, покатаемся. Вот такой не заедем, то есть брать нет. Ладно, хоть куда? Здесь ровно в поле нет, и все, блядь, паханые. Ты думаешь? Конечно. Они здесь. А нет, здесь зимы зацены. Да вот хуй, а, как тебя не блядь. Это, что я хотел спросить? Здорово, ты, командира. Блядь, из башки вылетел на. Ну, хотел наебать, блядь. Не. Пока это за Урал, что ли? То, что в России Бергевич не удержался. Да, что ты его продал, блядь. Продал я, врезал. Пожалуйста, да? Заёб он уже, говорю, забери, нам пошёл нахуй, блядь. Ну и правильно. Я врезал. Чё, поедешь? Куда? А ты ездил на сельхозяйство? Куда? В Шандалу-то. Там технику уставляли, говорят, должны были быть, да? Где? Такую погоду, какую нахуй. Вот. Мы ездили? А там это самое, не видели.
Да нет, они не широкие, они нормальные. А все выкидывают, вот сюда вот все, блядь, я приехал, у меня вот эти мысли. Вот такое, да. Ну это у всех, у меня то же самое, внизу, да? У меня вот до сюда, вот, я вот тут, вот. После, короче, таких катушек вот такая машина стала. Так, смотри, после вчерашних заездов сколько масла у нас вообще? Кстати, всем привет. Ну, что-то от минимального выше чуть-чуть. Ну, это тряпочка вон. Желательно добавить его. У тебя есть? Нет, вот тут. А ты какой льешь? А? Роснефть? Ну, шунталу поешь, заешь, купишь. Литр на добавку. Ты помнишь, какой у тебя? 5W40? А у меня вон где-то канистр лежит. Покажи. Откройте. Так, короче, смотрите, пацанчики сейчас решили дрифтануть на Ниве. Вчера мы дрифтовали на... то есть полностью мосты. Сегодня вот на переднем, Колёк.
Сейчас потом я буду на своем, короче, коробка автомат. Вот датчики всякие, скольжения туда-сюда. Так, вот теперь поехала другая машина. На Ниве мы нарисачились. Не так, она у нее датчики все срабатывают, не дают ей порысачить, побуксовать, пойду на снимки если. О, вроде сейчас пошла что-то жара. Выходные дни прошли. Гони, смотри вперед.